4 года обучения позади. И сегодня для этих девушек и юношей знаковый день. Они стали выпускниками. Дипломы получили медсестры, медбратья и фельдшеры. Из 222 студентов 20 стали обладателями красных, среди них и Эльвина. Как печали, так и радости сопровождали учебный процесс, рассказывает выпускница. Профессия медсестры отнюдь не из легких. А вдохновила девушку стать медработником ее бабушка, которая во время войны спасла многие жизни. Ведь только медицинская сестра, она должна не только помогать врачу, а также она очень чутко и бережно должна относиться к пациенту, поддерживать его. В любой ситуации мы обладаем информацией, хоть и в кратком виде, но мы знаем все. Как бы мы имеем представление о всех болезнях, которые мы изучали. Как бы мы можем помочь еще врачам и этим. Чтобы стать медработником, получить образование мало. Это должно быть зовом сердца. Полная самоотдача, терпение и выносливость. Все эти качества необходимы, чтобы стать медсестрой. К слову, эти кадры востребованы всегда. В Крыму для них достаточно рабочих мест. Больницы, государственные и частные, санатории, учебные заведения и многое другое. В наше время очень много внимания уделяется медицинской отрасли, очень много средств, очень много усилий. Чем больше мы делаем, тем, может быть, будет больше к нам и требований. Сейчас нет распределения, как было ранее. Сейчас из ярмарки вакансий вы выбираете себе трудовой путь. Мы бы, конечно, хотели, чтобы вы остались в Крыму. У нас 17,5 тысяч работников только в государственной сфере здравоохранения Республики Крым. Планы у наших выпускников самые разные. Безусловно, большинство, получив дипломы и сертификаты, выйдут на работу в медицинские организации нашей республики. Большая часть специалистов будет продолжать учиться, в том числе их выбор в плане образовательных организаций, где они будут учиться дальше, в том числе на материке. Это уже 99-й выпуск Крымского медицинского колледжа. Это самое опытное и большое учебное заведение в Крыму, выпускающее медицинских сестер и фельдшеров. География работы выпускников этого колледжа широкая. Однако ориентирован он в первую очередь пополнять крымские медицинские кадры. Юлия Попович, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.